В Люберцах обсудили концепцию благоустройства Томилинского лесопарка «Лесная опушка». А в работе круглого стола приняли участие проектировщики, представители администрации и жители городского округа. Подробности далее. Первым делом проектировщики приведут в порядок существующую в лесопарковой зоне пешеходно-тропиночную сеть. В работе будут использовать исключительно природные материалы, которые не навредят корневой системе зеленых насаждений. В планах также модернизировать тропы здоровья, установить освещение, сцену, создать зону наблюдения за птицами и места для выгула собак. Мы организуем спортивные зоны, детские зоны. И основная задача стояла в том, чтобы сделать этот лес, во-первых, оставить его лесом, а не приводить это все к парку культуры и отдыха, никаких там активных, шумных, увеселительных функций у нас не запроектировано. При разработке концепции проектировщики учли пожелания и предложения, поступившие от жителей Октябрьского во время общественных обсуждений, которые состоялись в апреле этого года. Тогда в адрес проектировщиков было направлено 116 обращений. Сносят деревья в проекте. Естественно, в рамках санитарной очистки леса должна быть проведена оценка каждого дерева. И, конечно, будет убираться и сухостой, и аварийные деревья. Но это происходит в рамках ежегодной, сезонной обслуживания леса. Замечания и предложения, которые поступили на этот раз, также взяли в работу. Их учтут при окончательной разработке проекта благоустройства. Напомню, что реконструкция Томилинского лесопарка «Лесная опушка» включена в государственную программу Московской области формирования комфортной городской среды. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.